Друзья, всем привет! Обычно мы в выпуске про наши участки начинаем с повествования, а сегодня мы начнем с диалога с нашей заказчицей Екатерина прекрасная. Прекрасная, ничего страшного. Спасибо. По-царски так получилось. Спасибо. Первый вопрос – это как вы вообще пришли к тому, что нужно создать ландшафт именно силами профессионалов? Я пришла к этому, потому что я не чувствовала в себе сил создавать это своими руками. Для меня логичный путь обратиться к профессионалам всегда. И более того, мне в ситуациях, когда я обращаюсь к профессионалам, мне что понравилось в общении с вами, что вы мне очень много не задавали вопросов, а как вы хотите, а что вы хотите, откуда я знаю, я же у вас спрашиваю. Мне хотелось, чтобы я вот сказала, мне надо, и мне сказали, хорошо, сейчас все сделаем. В общем, так и получилось. Да, и причем я хочу заметить, что за проектом вы обратились в тот момент, когда у вас еще только начиналась отделка и да, еще даже, перестройка, да, то есть вы прям очень заранее, мы буквально, наверное, приступили к реализации, ну, где-то, не знаю, после окончания основных работ, это от проекта до реализации прошло, по-моему, 2 года, если не ошибаюсь. Если не больше, да. Основной все равно запрос у вас был, это в таком легком английском стиле, да, в природном. Ну да, цветники. Такой был запрос, такой, что как будто это выросло само. Да, да. И здесь сразу же напрашивается вопрос, насколько... Про малоуходность. Да, 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 это самый главный вопрос, который, мне кажется, тревожит всех будущих владельцев любого сада. Может ли быть вообще сад малоуходным? И как вообще это вот происходит? Как по мне, так мой сад вообще очень малоуходный, потому что я не делаю в саду ничего, кроме стрижки газона. И то она меня утомляет, и я каждый раз благодарю наш проект за то, что у нас только вот такой вот маленький пятачок. Да, что постричь его занимает там 10 минут от силы. Ну вот там раз в месяц приезжают ко мне ваши девочки. Они, конечно, да, что-то делают весь день, с утра до вечера выносят какие-то мешки с мусором, но я говорю к тому, что это не бросается в глаза. Да. Даже вот эти вот сорняки, которые они где-то выпалывают, они не мешают саду оставаться прекрасным. Общей картинке, да. Да, да. Потому что здесь у нас все насажено так довольно плотно и большими группами. И есть даже некоторые сорняки, которые мы вот в прошлый раз с Катей, вон там вырос какой-то злак. И она мне такая говорит, ну, блин, ну это же сорняк. Я говорю, ну он же такой красивый, ну, может быть, оставим. Вписывается в концепцию, пусть будет. Вписывается, пусть будет. Может быть, даже разрастется немножко. Вот, поэтому, да, я могу сказать, что сад вот такого формата получился вполне себе малоуходным. Сад совмещает и отсыпку камнем в двух местах, да, у вольера и вот под яблоней по концепции, и там, где у вас кора. Насколько агрессивно растут сорняки вот через эту кору, то есть вот через эту отсыпку, когда она там сделана, у нас была 2 слоями, достаточно плотно. Честно говоря, мне не с чем сравнивать, потому что у меня не было другого сада, у меня сразу он был с корой. По моим внутренним ощущениям, сорняки, ну, практически не растут. Ну, есть какие-то пробиваются, вот эти особенно ползущие такие с мелкими листочками. Но так, чтобы мне приходилось пропалывать тут каждую неделю сад от сорняков, такого нет. Под камнями вообще ничего не растет. Под яблони я ни разу, по-моему, даже ничего не вырывала. Да, ну и здесь вот как раз проблема, почему мы нашим заказчикам говорим, что геотекстиль надо минимально использовать, вообще желательно от него отказываться, потому что вот как сорняки там не растут, да, так и корневая система себя чувствует плохо, потому что она стремится к этому пространству между вот этим геополотном и землей, образуется подушка, и там вот эти корни все существуют, и у нас здесь такое исключение для яблони было, чтобы вписать вот ее именно в площадку, но при этом как бы она нормально себя чувствует, слава богу. Проживали ли вы здесь на момент проведения работ? У нас очень получилось удачно, на мой взгляд. Мы вообще жили в доме, вот прошлым летом же мы делали эту реализацию, и к этому моменту мы уже там с мая в доме жили полноценно, но в августе мы уехали в отпуск на 3 недели и следили по камерам, как все тут происходит. И в этом плане нам было очень комфортно. Я помню, как это происходило. Примерно так. Вот ключи от нашего участка. Мы уезжаем в отпуск. Все делайте, что хотите. Мы приехали, когда еще не было закончено все. И вот эта там оставшаяся неделя была просто как будто
как будто вас нет. То есть у нас не было. Да, не было никакого дискомфорта, все было очень чисто и ничего нигде не наставлено. То есть это вообще абсолютно не мешало жизни нашей повседневной. Ну что, друзья, в Жуковке у нас полный порядок. Осталось лишь отсыпать цветники. Сейчас все ребята отмывают, готовятся к сдаче. Отсыпать будем корой, конечно же. Все было согласовано, по сути, заранее по проекту. Сметы утверждены. За пределы сметы, я не помню, мы, по-моему, я не знаю, выходили, не выходили. Нет. По-моему, таких каких-то серьезных согласований у нас не было. Потому что обычно вот мы в наших проектах утверждаем какие-то крупные солирующие растения. Это всегда очень большой диапазон цен, там, от мала до велика. А здесь у нас преобладают цветники, кустарники, поэтому... Ну, мы согласовывали стоимость вот этих двух яблонь, потому что они были что-то там прилично по деньгам, но они были в рамках сметы все равно. Да, да, да. Можем ли озвучить стоимость реализации хотя мы бы можем. За сотку, да, озеленение? Давайте, озвучите. А я не помню. Это было в том году. То есть это был 21-й год. Участок у нас 8,5 соток. Перед домом есть парковка, ну, то есть там ничего не растет, кроме двух гортензий. Я не знаю, какой размер этой парковки. Наверное, там... Под типа, соточку. Сотка. Да. Ну, допустим, там 7,5 соток. С учетом того, что у нас уже была отмостка вокруг дома, и ее делали не вы, а наши строители, вся вот эта вот история нам вышла примерно в 4 миллиона. Где-то, с учетом работ, освещения, полива, самих растений, газона. И вот эту площадку мы заказывали. Да, и вот эту вот площадку, и на ту, наверное, площадку тоже заказывали. Да. Вольер переносили, он уже был. Это тоже вы делали, и как бы в эти 4 миллиона включены работы по переноске вольера. Море гортензий, которые ждут в своей очереди посадки. Тем временем мы разместили вольер для собаки, оградили его блоками из пузыреплодника, и готовится основание под дорожки. В то же время уже готовы площадки под зону патио и под теплицу. Там у нас теплица будет от компании Britton, она монтироваться в данном случае будет на сваях, поэтому вымостили целиком всю площадку, а уже потом под нее вытащим необходимое количество брусчатки. Пойдет как раз вот сюда. Далее у нас входная зона. Здесь также будут пошаговые дорожки. Пошаговые, как видите, мы отсыпаем песком и щебнем, потому что они у нас в данном случае очень необычные. Грубо говоря, здесь, наверное, 4-5 соток, и вот за них получилось 4 миллиона под ключ. Ну, если прям земли чистых, с растениями, да скорее так. Да. Отлично. Ну и сейчас, вот по прошествию года уже проживания в своем собственном саду, какие эмоции вообще называют? Ой, я вообще кайфую. Я, честно говоря, весной, когда все начало распускаться, выхожу такая в сад, думаю, как-то немножечко голенько. Посажу-ка я, пожалуй, что-нибудь еще там где-нибудь подсею. И вот я посадила там вдоль стены клематисы. Думала, что там ничего не будет расти, потому что в прошлом году не было вот этих вот высоких многолетников, да, и да, я, да. Ну, как бы не представляла себе полную картину. Это как раз к вопросу о том, что невозможно оценить сад сразу после реализации. Да, да. Это на второй, на третий год вот приходит. И когда они выросли, там вот эти вот огромные, так я еще, помните, вам, по-моему, скидывала, так говорю, Дима, что это? Что за лопухи? Это растение или это надо вырвать? Потому что я их, честно говоря, испугалась, они слегка так визуально напоминает борщевик, и я такая думаю, что, неужели? Вот. И как бы там бедный мой клематис, один, конечно, там подсвел, и все хорошо, он в удачном месте оказался. Остальные такие вот до сих пор, вот такие вот примерно. Я их пересажу потом. Но они такие притесненные. Да, они притесненные. Объемами, да? И это как раз тоже еще к вопросу, относится к вопросу малоуходности в том числе. Да. Потому что, то есть вот когда у тебя есть сад, тебе не надо ничего досаживать, пересаживать, высаживать. Вот я еще купила в порыве шопинга вот этот вот Алису. Ага. Купила целый поддон, такая, блин, он такой красивый. А потом принесла, короче, его в сад, такая, думаю, а куда мне его сажать? Потому что место
ну, нет новые посадки. Вот. И это тоже прекрасно экономит бюджет. То есть, когда ты приходишь на какой-нибудь цветочный вот этот вот садовый центр, что-нибудь у тебя добрать, в голове должна быть мысль, да, что тебе ничего не нужно. Ничего не нужно, у тебя все есть, все хорошо. Как раз к малоуходности еще раз вернуться. Повторюсь, что вот эти массивы, они как раз заполняют пространство таким образом, что сорняку сложно как бы через них пробиться. И очень частая ошибка вот у садоводов-любителей – это как раз-таки посадить пореже с надеждой на то, что это вырастет когда-то. Эта схема работает с крупными растениями. То есть крупные растения, такие как там яблони, липы, там, я не знаю, кустарники какие-то, их нужно сажать с учетом будущего габитуса. А вот все многолетние культуры, я считаю, что их нужно сажать уже с перспективы, что на второй, на третий год они сомкнутся. И вот как раз мы получаем тот эффект, что да, практически вот там реально раз в месяц что-то где-то подрезать, что-то где-то просанитарить, что-то где-то обработать и пройтись. И вот он, сад, это как отдельная уже экосистема, сложившаяся, да, на второй год лишь. Что у нас по гарантии? Мы меняли? Мы меняли сосну. Одну или две, не помню. Одну и одну мы выхаживали. И гортензию одну. И одну гортензию. И одну гортензию. И сумах. Наш прекрасный эксперимент. Да, удался. Который выжил, да, мы весной, да, помните? Я получил от вас даже сообщение, я помню, приговорил этот сумах, я говорю, ну все, он вряд ли выживет, раз у него росточки от корня пошли. Екатерина говорит, давайте попробуем, дадим ему шанс. Мы ему дали шанс, потому что нам, честно говоря, еще там в этот месяц буквально там некогда было просто даже приехать, потому что у нас реализация там других объектов. Вы нам сказали, что ничего, подождем. Это было прекрасно для нас. Так, друзья, смотрите, на входе у нас расположился шикарный сумах. Под ним многолетние растения, которые уже совсем скоро будут разрастаться, образовывать массивы. Ну да, но там и даже дело было и не в гарантии. Мы же сами его повредили, получается. Ну там отсняли, да, сначала немножко. Подумала, что он немного в шоке и не выжил, а потом нашла трещину практически у самого корня. Но мы все равно его поменяли по гарантии. В данном случае уже были настроены. Даже, помните, подобрали боярышник, вам прислали. Ваш любимый. Да, мой любимый зонтик. Но сумах выжил. Это как раз вот тоже хотелось акцентировать для зрителей на это внимание. У нас буквально на прошлой неделе стоял вопрос у заказчицы. Типа, вы что у нас тут эксперимент на участке поставили там с клевером? Вот. И вообще мы всегда все вопросы согласовываем, у нас есть какие-то проверенные решения, да, но вот сумах это был эксперимент, да, и мы с вами его заранее обсудили, притом взяли всю ответственность на себя, что, ну, да, не выживет, давайте попробуем, да, хотя бы. Вот. И мысль моя такова, что без экспериментов вот не получается каких-то вот новых решений, да, то есть они все равно в саду, мне кажется, должны быть. Ну, естественно, иначе бы у вас все сады были с вашим любимым боярышником. Нет, туй, газон. Боярышник — это следующий этап. Да, это же для продвинутого уровня, да. Поэтому сумах, вот, будем еще за ним наблюдать, как он в следующем году себя проявит. Но в этом году, кстати, вот вы сказали туй, газон, меня вот удивляет, на самом деле, любовь людей к туям, потому что за ними же очень сложно ухаживать. Ну да, если по уму, то там это чистить, стричь. И они же все время дохнут еще. Вот они были зеленые-зеленые, а потом раз, и они просто все высохли. И ты не бывает, можешь, да, бывает себе такое. Или там собачка мимо пробежала. Собаки, это да, обычное дело. Раз, и черное, или желтое пятно. Но это такой излюбленный, наверное, прием, потому что в АБИ продаются по 200 рублей туйки, да, насмотренности, к сожалению, даже среди наших коллег не всегда там много бывает. И вот заказчик говорит, допустим, вот я видел там у соседа, да, туи вот растут, они там, он вообще с ними ничего не делает, давайте мне так же, да. Вот, ну, коллеги там соглашаются к такой реализации, либо люди сами вот эти туйки маленькие высаживают с перспективой роста, еще что-то. Поэтому... Ой, если все мои соседи скажут, сделайте нам как у нас, вот как... Я тут видела соседа, нам нравится. Дорогие соседи, участок не требует ухода практически. Поэтому, пожалуйста, делайте все как у нас. Как у нас нашли? И почему доверились? Наверное, так. У этих компаний, когда потом по телефону спрашивают, да, оцените работу оператора от 1 до 5. Я нашла вас в Инстаграме. Как именно, я не помню. Почему доверились? Не знаю, у меня есть какая-то вот внутренняя чуйка, что
видимо, какая-то общая картинка, то, что вы говорили, то, про что вы писали, мне дало понять, что можно вам доверить. Ну и потом же вы еще приехали, мы познакомились лично, и там дали какие-то советы. Мы же еще начали сеять Сидираты. Да. Вот здесь вообще мега правильный подход. Да. Мало того, что проект заранее заказали, так еще и грунт мы отсюда не вывозили. Не вывозили. Мы его готовили целый год, даже два. Даже больше, два. Да, 2 года. Да, сеяли сидираты, перепахивали, сеяли сидираты, и грунт здесь довезли только в тех местах, где его не хватало. То есть там, по-моему, по той стороне немного вот, у забора. И началось наше сотрудничество с обрезки. С обрезки, да, я тоже хотела сказать, что мы же не сразу сказали, вот вам 4 миллиона, делайте, что хотите. А мы сначала, я там сказала, вот у нас тут есть деревья, нам бы надо, наверное, их обрезать, могли бы приехать посмотреть. Друзья, всем привет. Помните эту плакучую грушу? В прошлом году я ее сформировал. Волчки она сверху все равно чуть-чуть дала. Сейчас будем прореживать. Как и вот эти яблони, которые кто-то когда-то обрезал бензопилой. И вот сейчас небольшие шапочки формируются. В прошлом году на санитарку потратил здесь почти 12 часов на 3 яблони. И вот уже из этих всех моментов сложилось впечатление, что вы нас не подведете. Да. Вот и вы нас не подвели. И нам максимально было приятно с вами сотрудничать. Спасибо. И общаться до сих пор, да, отвечать на все вопросы, которые возникают. И всегда с радостью приезжаю к вам в гости. Да, у моих детей сейчас, видимо, в школе у них какие-то там проходят уроки или там как-то их воспитывает учительница. И у них теперь, значит, новая любимая фраза. Они ее, правда, там коверкают и путают. «Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе». Вот мне кажется, в этом нашем взаимодействии тоже этот принцип сработает. Согласен. Вполне себе. Вот. Спасибо большое. Спасибо. Да.